Гей-гей-гей, всем привет! Ха-ха-ха-ха-ха. С каждым разом, мне кажется, моя... Как сказать? Как это сказать-то, ядрыть? Моя пародия становится все ближе к оригиналу. Чуть более тонко улавливается интонация, ударение. Хитрый жук. Я хотел гномика взять. Ну ладно, что, этот матч на вычеркивание, скорее всего.
Шато хурма, шо это хурма, здесь хоть какие-то страты идеи есть. Как там путь войны, кстати, что он делает нынче? За лигу можно посмотреть. Родной земле, да? На родной земле. Ну, в принципе, неплохо. Можно попробовать. У меня удачка тут на старте. Удачка, в принципе, что сюда заходит. Да все матчи равнохренственные, они примерно такие. Сильно зависит, короче, от того, как кому зайдет. Там особо нету. Но есть, понятно, какие страты, которые можно реализовать, что здесь, в принципе. Вот это вообще заранее предсказуемый матч. Тут, в принципе, только по два варианта с каждой стороны. Не более того. Прям за гномиком даже полегче, там еще и армак можно бахнуть, я защиту от огня не люблю качать. Короче, в рот компот, давайте вот это уберем, а там хоть трава не расти. Здорово, здорово всем, кто подходит, кто уже пришел. Персонально ни с кем не буду, сорян. Чем посмотрим расклад, пойду писнуть. Расклад говно, пойду писнуть. Хотя, не, ну нормальный расклад, можно играть. Хотя, конечно, можно было и получше. То есть прям такое, прям. И не колдунов, и не летающих. Ну, такой расклад можно получше, да. Да, золотом бесполезен, как и рантир. Короче, чё? Тут, короче, артефакт на ине колдунов будет только мешать Кристо убить, но все равно ради спеллпауэра надо его взять. Драконий сет, в принципе, вот эти все три айтема берем, может даже колечко от молнии, я его не люблю, но можно взять. Ну чё, тут есть чума, кристалл и фен, и этот улей, в смысле, достаточно ключевые заколы для этого матча. Но еще неплохо было бы здесь заиметь вампик и мины, ну и щит, но их нету. Есть как бы 3 из 6, это можно играть. Кончаем тут традиционную некровскую хурму.
Надеемся, что он тоже не будет качать отвлечения. Скорчик тут, вот это хурма ядрит, все, все. Ну там метка, метка, конечно, можно. Можно метка, потому что вот это кольцо начинает играть, только у нас неполная мана. Вот. И, возможно, придется взять кольцо, потому что сотку я не поймаю, и в бразулю я тоже не иду. Можно сыграть без ББхана, но без ББхана это как-то странно. Да, в принципе, можно сыграть без ББхана. Там еще и пояс на элементов есть, это тоже забавно. Да, наверное, если есть пояс, пояс все-таки вкладывался с Power, в чумичку эту. Наверное, без ББхана будет профитнее. И тут чё? И тут... Ну и что-то там последнее еще надо взять, типа чар там или еще что-нибудь. Ну так, что-то чисто на сдачу дадут, это 20-й. 21-й там. Ослабление рассеянка, это все бесполезно. Абсолютно. Может даже вот повелитель жизни. Но повелитель жизни тоже относительно бесполезен. Вот чар здесь хорошо зайдет. Потому что у меня будет и пояс, наверное, все-таки. И феникс даже может сыграть. СП много должно быть достаточно. Здорово, и узом-то на бразуле на старце. Ну все, значит. Значит, не суждено было в ББ-ху бахать. Скинут ли петушка? Да в принципе нет, пусть будет. Ну, маны тоже прилично должно быть, поэтому метку сразу не цепляем. Подождем чуть-чуть с меткой. Защита не очень в приоритете, она нужна, конечно. Нежелательно левел поймать. Да что за говно-то? Логистика машины. Вообще приколы. Прикольные. Блин, говно, а не раскачка. Левела ни разу не предложили. Чародейства нет до сих пор. Это очень плохо. Так уже получше, очень приличный спел павер. Так, тут, короче, что? Тут в приоритете ловить все-таки этого отвлечения. А сотку, типа, если повезет, поэтому не ведемся на тайны. Двадцатый, 21-й берем. Дичи нестаты, признание.
может быть это ошибка, конечно, брать зомби. Тем более у нас артик на летунов. Ну и сделал свой выбор. Но все равно больше вложения как бы не в армию, а в героя. Значит, уйдет гора денег на ловлю этого отвлечения чертова, судя по всему. Нам тут сильно нужно. Поэтому левелов больше не берем. Ну, типа, вот так с меткой выйти, и, в принципе, хорошо. Можно чуть армию там скупить, посмотреть. Тут еще нагрудника можно взять. И, собственно, три кольца. Вообще, лавка такая топовая, если честно. Можно, в принципе, и левел добрать, если вот это не брать. Тысяч, 16-30 тысяч. Основная армия есть. Основная есть. Пошли левел, чё, я ж золотом. Не видите связи? Я тоже не вижу. Предлагают сотку типа, но, блин, нельзя на самом деле. Я слишком много денег вбухаю в ловлю этой сотки. А потом ее сброс. Тоже колоду продать, в принципе. Типа раз, два желательно так, да? И петушок тогда останется. Уже 31 СП, чё вы там? Нормально. Делаем одну дорогую сброску. Вот, дали говна.
хрена себе. Вот и так. Там 9 лишних было использовано. Стандартная дебильская хаосная терпимная армия, в общем-то. Ну, за исключением того, что ассасинов бесполезных я бы тут не брал. И фурии, кстати, вообще нету. То есть он такой супер терпильный. Сколько лем? 62? А нет. 70. Такая традиционная расстановка. Чё у нас на травке вызываются? Водянки и воздушки? Пойду посмотрю. Вспомнить бы, где я это записывал. Воздух и земля. На травке воздух и земля. Хрена себе АТБ. Есть БДП? Чё там, одна тянка исчезла уже? Блять, а где она стояла? Кто-нибудь видел? Так, ну проблема двух тянок решена. В принципе. С такой АТБ. Крайне удачная АТБ. Сейчас зачумим туда все нахуй, все умрут. Ну круто же. Вообще топич. Ну чё ты мне пишешь? Да, 3 штуки ядрить. У тебя стеки без инициативы, костры ум. Всяких неинициативных стеков набрал.
Ну, можно, в принципе, Кристал сюда дать. Кристал это тоже круто, сразу Дрейков чпунькнуть. Вполне себе очень даже, да. Ну давайте немощь все-таки на вот этих дадим, да, пока они не исчезли. Ну, хоть фаервол ставь. Кристалл на 720, ё-моё. Это ровно 3 дракона, просто ровно 3 дракона. Ровно 3 дракона. На. Что-то вот этими личами я завейтился, я за Золтаном, а этими завейтился я перед Золтаном. Что за хурма вообще происходит в этой игре? А, не, я этими немощь делал. Точно. Так, теперь вот этими надо сделать немощь. Пошли терроризировать Гидор дальше. Я вот бы знал бы, где тянки там стоят, я бы посмотрел. Вот видали, что творится? Так, этим мы даем немощь вот сюда. Короче, надо Кристалл дать. А, это заблочен этот лич. Мне тогда не надо. До резуректов еще дойдем, не спешите. Ладно, даем еще Кристалл, короче. На Дрейка. Что это невероятный профит. Здесь, короче, самовоскрешение. Здесь бьем Кристалл ровно на 3 дракона. Здесь бьем то, что нам подставили.
Да хрен его знает, есть, не есть. Золото ничего не банит, видите? Забаним бы, я бы сказал, что нету. И она вот эта вот шлюпка еще и сморалилась. Скелетов магической защиты, но непробиваемость 25 против лиги 12,5. На турнирные играю. Тут относительно сильный удар, но мне в принципе насрать. Не, берс бесполезен. Ну, дрейки не воины, дрейки. Вот гидр надо разбудить. Здесь можно дать вейт. Здесь можно дать немощь. Чумана 5 ходов экспертно. Здесь можно зачумить по новой на вот эти классные стеки. Снести тянок заодно, зачумить минусов. Декс не так прост, у него еще и свет там какой-нибудь может в запасе оказаться. Еще что-нибудь такое, мана у него вагон. Тот же призыв какой-нибудь. Ну, видали? Вампиризм. То есть фена вроде как, и он сразу заблочился. То есть фен можно, ну, рисково вызывать. У него какая-то тьма там еще помимо вампиризма. И улей теперь еще на минусов не действует. Мы чпунькнем элементалей сейчас. Чпунькнем элементалей.
Пусть буратины разбираются с минусами Азазас. Да я думаю, можно накидываться, в общем-то, да? Давайте накинемся на Гидор. Воздушек инициатива 19, вы посмотрите по драконьим сетам. Как-то у них мало урон, у них и не 19 идры, не бьют без ответки. Воздушки-то лучше идры, чем Буратино. Раза в 4 у них больше дамажки, чем у Буратино. Мне так думается. Вампиризм 13 ходов, кстати, у него не экспертная тьма. Как жестоко. Черный список пошел. Да где тут мясо? Тут мяса не было. Даже не знаю, что делать, Идрит. Да, я... Нет, я знаю. Но вот так сделать тут, короче. Чпуньк. Пошли расстреливать.
Ой, чё-то я всеми встал. Ну-ка, духами отошел. Я уж думал, я тут хожу раньше и лаять подобью. Так, чуть побольше СПУ в этот томик. Вот куда он все деньги дел. Я, ну вот только что я уже подался, мы играли Некролига, проигрышный матча для Некра и дрыть. Как многие считали. Считают, не знаю. Декс не убирает бонус, почему? Мне кажется, это показушно, типа... Показушно, как сказать-то... Показушно-халатное отношение такое. Может эльфика пикнуть? Тапки на резист все-таки. Блин, что-то орки не такой кусок говна в этом сетапе, где лига, еще одни орки и гномики. Надо лигу ему подсунуть. Лигушку. Чем мне убрать тогда, если лигушку подсунуть? Хумановича, чтобы не обрезать свои руки на последнем пике.
Опа, че? Неожиданно. Свою запрещено. Но есть целый навык, который это за тебя делает. Блин, самый отстойный матч. Это уже вторая Винраэль. Ну вот здесь, короче, больше всего Гашак меня бесит. Уберем его. Так, Колян бесполезен, колхозники в бой. Походу. Еще паникрам в таверне нету. Что по эмпиризму? Есть. Не могу в двух словах ответить про Николая. Ты ридзакла, короче. Против орка юзлес. Знания ни хрена нету. Образуры ловить не хочется. Здорово, Деменко. Не знаю, где какой Бэтмен, но, наверное, да.
Можно, в принципе, прям вот так вот скачать. Вот так вот. Вот так вот. Опять удачи можно запилить. В коней вложиться. Ю-ху-ху. Блин, много чего хочется, но тут сложный вопрос. Если я беру тьму, я остаюсь без маны. Если я остаюсь с тьмой без маны, я бесполезно выкинул 7 навыков. Самый сильный имбирь здесь будет вот такой. Чё по родным землям, кстати, еще там? О, вообще огонь. Ну, каменку там неплохо бы взять. Ну, родные не влазят. Что-то много левелов, все равно 20. Прям что-то до хрена, мне ж тренить не на что будет. Да, москаляку на геляку ядрить. Не, Google не поможет. Слишком это... Слишком узкая эта вещь. Колесо для Иртахи. Узкоспециализированное. С логистикой, короче, нормально должно быть даже в 20-й. Так колесо для Иртахи попросили, Идры. Не просто колесо, а колесо для Иртахи. Есть колесо для Иртахи, оно, короче, непростое. Оно есть, но я им не пользуюсь, я вот пользуюсь стандартным. Не отвлекайте меня, откачаюсь. Защита, Идры. Защита не поймана. Не берем пока что образулю. Удачу. Логистику бы в 2017-м. Логистику никому не дают, ядрить. Я не хз, что тут делать? Все плохо вдруг. Ну, ББшку дали, ура. Ура, логистика.
Бляха, нахера тебе 7 знаний о женщине? Блин, это очень стрёмные статы. 14 боевых, 10 колдовских. Перекачаться, что ли? Ну, это дорого. Ну, поймаю я, допустим, плюс 5 боевых. Стоит ли это 15 тысяч? Да, наверное, нет. Она думала быть ему качать. Вообще да. Вообще быть ему нормально, с ним знаний неплохо было бы. Блин, что ж делать-то? Раз, два, три, четыре. Туда-сюда, 5-6, 5-6, это уже 15 тысяч где-то, да? Херовенько, можно проиграть. Латников я вообще, наверное, брать не буду, кстати. Если путь войны поймаю, нормальная идея. А если не поймаю, то что-то прям, в принципе, все не очень. Три колхоза, три веселых друга. Ё-моё, где деньги, Зин? Чё-то трени даже не на что. С логистикой-то экспертный. Хорош, нахождение есть. И путь войны есть. О май гад, был картофель, ты лучший. Ну, в смысле, ментор, вот этот старый дед, не зря ему донатили. Так, может еще и родные тогда уж взять. Родные пока не предлагают. Че по боевым возьмем? Только нападение, только хардкор.
Ну давай. Путь войны снижает инициативу оппонента на один. Так, он работает. Блин, я скину логу, я хера же поймаю удачу, но есть некоторый шанс. Ну, контратаку возьмем, защиту. Все полезнее, чем бесполезное. Ну и чё тут, все, денег больше ни на что нету. Вкидываем деду на чай, короче. Ладно, пусть контрудар. Пусть он бьет мне по контрудару. Усиленному. Он, кстати, не такой плохой. 25% усиленная ответка на развитом. Прикиньте, что мессеры творят. Блин, да, тапки надо было продать, я забыл про них. Хер, пусть будут. Так, мы на травке сейчас еще будем, да? Хага такая полубоевая с пугалкой, судя по всему. Ёпарасоте. Там нет вармов. Тут можно попробовать все-таки и рыцарей, и ангелов поставить вместе. Тогда. Там, кстати, выстрел будет лоло, там в аджаке. Ну, путь войны должен сработать. Короче, мы должны вот этими стеками походить, в принципе, до даже ваджаков, да, если спахнем до ваджаков, но есть шанс, кстати, не походить. Можем пробить так пыщ-пыщ по коням обоими стеками, и типа неплохо будет. Ну тогда надо их, во-первых, угадать Сарславку, во-вторых, поставить их рядом. Точнее, наоборот, во-первых, поставить рядом, во-вторых, угадать. Я бы на месте орка здесь ставил бы, наверное. Наверное, я бы ставил все-таки справа. Но если я ставлю два стека на коней и не угадываю, я типа в говне. Там сопереживалка, пугалок, скорее всего. Есть ли смысл мне просто блочить, как бы, типа, я ударил там в бойцов, например, и заблочил коней.
Да, определенный смысл есть. Ядрить кони вперед в аджаков. О, это вообще супер плохо. Ну ладно, чё. Блин, что-то без прохи. Сейчас будет два выстрела в коне, достаточно больно. Она поставится не под ответку циклов. Трапперов лишний раз. Мало ли у него все-таки боевой там. Ух ты, BDP, нихера себе. Но это точно сопереживание. Мне вообще нечего делать с конями, я так не угадал, не повезло. Блин, он поставил бы все-таки коня справа, веселее было бы. Есть кристалл, азазаз. О, у меня же грифоны есть. Грифы тащат. Вич упал. Какой кошмар. А, камни же уже есть, что я туплю-то ядрить. Ну давайте это нажмем. Стоп, старт, рестрим. Ну, что-то не так уж и больно. О, пруха. Подключилась.
Он сейчас грифы еще приземляется, поэтому в принципе смысла нету эту ответку бомбить. Вот сюда есть смысл ударить. Определенный. Гриф моралится нон-стоп вообще. Майгады бог, это же замедление. Что же мне делать? Что же мне делать? Делайте ускор, ёпт. Все, сейчас обмажем грифом фул говном просто. Грифы обмазаны. Выносите. Нет, муралка. Без бабахи, без атаки, у него урончика маловато. Вообще так-то. Колхозник, вот этот дэмидж. Он думал, я на коней полетел. Ну окей. Ну так, на всякий случай он там встал. Где колхоз? Колхоз не успевает никуда. Да что ты будешь делать? У меня есть замедляшка. Да, есть, кстати. Можно вот подбодрить вот так вот прожигом чуть-чуть колхозников. Ты попортил нам тьму прям ядрить. Грифы, по-моему, 5 из 5 сморалились. Мне кажется, самое время Карыч на колхоз дать. Кто, если не мы? Здесь благо можно повесить. Чё по мане у Хаги? 49. Это целых 7 пугалок. Сколько проклятка бьет? 84. Но нормально. Можно сбегать, ответку снять. Ну, в следующий раз. Пока просто выйдет. Не, а кто инквизиторов убил? Что за сволочь?
Я тут, короче, этот удар делаю, чтобы если он побежит конями от колхозников, вот у колхозников был хоть удар вот такой. Ну, вот такой. Я не знаю, сколько там гоблинов полегло, там гоблинов косар, мне кажется, с этого удара полегло бы. 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 Бесполезные рыцари не добегают ответку снять. Давайте просто стрелять тогда. Блин, надо было в этого стрелять. Что я делаю-то? Можно вот здесь ответку снять. Чё по хп 90? Давай снимать. Что у нас по апкастам? Ну, есть еще. Ну, скорб на два хода, это тоже не прикольно. Кончается у него мясо потихонечку. Ну вот жаков, как всегда, не стоит недооценивать. Под подмогой ваджаки вообще могут поговорить с ангелами. Надо быстрее ангелов вырабатывать. Все, что ангелы отработали, ядрыть. Есть моралька, ключевая моралька. Здесь тычка сюда.
Дукари без апкастов, к сожалению. Заморалился собака-пес. Ну ничего страшного. Жаков не так просто пальцем уметь. Хотя он тут на крови в принципе не будет. И колхозников, конечно, пальцем убить намного сложнее. Достаточно больно было. У меня сейчас каменки нету. Это некоторая проблема. Надеемся, тут чуть-чуть на моральку, наверное, да? Моралька не сработала. Блин, проклятка это вообще тащит. Неистово. И что-то остался. Один стек под пугалками вообще можно затыкать. Вот сейчас бы надзор не помешал. Сейчас он будет их пугать-пугать и дрить. И ответки там не будет. Я не знаю, почему он не ударил вожаками по колхозникам. Это было бы явно более профитно. Какого хрена колхозники под ускором, ну, как бы просаживаются от пугалки? Я не понимаю, так не должно работать. Ну хер с ним. Почем скорбь? Ядрить что-то дорого. Короче, он тут победил, я вас поздравляю. Хотя это колхозники и лайны там. ХПшек миллион. Давай сюда выстрел. 5 пугалок еще. 5 пугалок, где-то ударов 8 им надо выдержать с ним колхозником. Что-то до хера. Ему вечно и не надо. Все, последняя была.
И у меня тут камня кончилось. Ну и все, пугалки затащили. Хер с ним, с некроинферно. Он, кстати, не пикнулся и в первый инферно. Против некро он взял там что-то другое. Но здесь пикнул. Чё ж хорошего в этой партии сидит, расскажи мне. Поясни. Чё-то какой-то непростой расклад, ядрить. Три фракции и две лиги. Ну, шесть фракций и две лиги. Чё-то нету как-то решений.
Окей. И чё, из-за того, что я допустил, по-твоему, такое упущение, эта партия стала хорошей или что? Там бы с ответки умерло бы, но я не знаю, может, Ваджаков 5 бы ядрить. Там бы ничего не решало эта ответка. Да чатику всегда что-то кажется. Мне, в принципе, пофиг, чем играть, а вот этого дружбана я видеть, наверное, не хочу. Опять то же самое говно, короче, раздало. Маны нету и дрить. Героев с образулями нету, пойду писну.
под миф, кстати, колхозники бы это... Одной пугалкой бы не пугались на все АТБ. Тут вот такой план, короче. Да, пик и Хельмара, выходи на статах 2-3 боевых. Миллион смысла вообще. Бэхи молитвы нету до сих пор. Да что ты будешь делать? А, ББХ есть. Вон тут молитва. Видите, миф. 6-12 боевые ядры. Что за стартверт-то? Ну, корона ядрить вообще неплохо. Что там миф ускоряет нынче вообще? С каждым уровнем эффект ускорения увеличится на 1, то есть на 18.
18%. Можешь взять это, дубинушку тогда уж. Взять дубинушку. Я думаю, на миф можно взять дубинушку. У меня еще молитва к тому же. Пошли, возьмем дубинушку. Чё по ментору? Три где-то, да? А, еще шапка. А я всю тренировку слил. Вот ты, Вася. Ну ладно. Блин, да так-то даже без ускора можно остаться, я смотрю. Все, не остался. Чем удачу берем? Стратежную. Конечно, Идрит еще спрашивает. Блин, много денег лишних осталось. Что за матч тот же самый? Там то же самое, только специалисты по бойцам. А нет, тянки земляные, слушай. Довольно много. Чё, миф делает? Ускор пизже. Ускор быстрее. Опять у Луло статов.
Ну, вообще, шутки шутками, есть вероятность, что сценарий вообще абсолютно один в один повторится. Но у меня теперь два раковых стека-ремнителя и колхозники. У меня теперь нету как бы преимущества по инициативу на старте из-за дубины. Но он и так как бы сходил идрить. Сами помните как. И тут сейчас вот этот пенек многое портит. Он будет стоять здесь без базара. Ну и пусть стоит. Ну пойдем на север. Я взял дубину. Твою мать. Надо же, не встал туда. Выдает. Наркоман. Тоже вообще один в один бил, что в обеих каточках. И мана у него тоже вагон. Ну, своей дебильной расстановкой мне все испортил. Ну, как это вообще так работает? Завесон. У нас это весон. Стратежный дефон грифами, короче. Внезапный. Тоже что-то выиграть сейчас вообще без базара. Тут у него все лучше, чем в прошлом, намного. У него тут девок много и девки правильные. У него тут маны больше.
Я забыл анонс в конфу. У него тут 5 моральки, а не 4. Типа забыл, что я грифами не летел. Или что это было? Ангелами самими на позицию надо выходить, но нет, попозже. У него еще приглушка света ядрит, чувствуете? Охренеть. Вот это, бляха-муха, поворот. Вообще, благо, не, ну, благо немного работает. Так, чуть-чуть. Был скор на грифу делать, я тупой. Ух ты, он смелый. Сюда капкан, что ли, поставил? Ходы такие, ну действительно.
Будет пугать коней. И стрелки у нас заблочены. Надо бить стрелков. Ну, в смысле, циклопов. Кстати, так и не посмотрел это. О, у него нету BDP. Минуточка справки, Андрей. Инквизиторы кладут на скорую усиленный миф. Знаете. Ничего не знаю. Написал, что у него мораль больше, харе моралится. Не. Не. Сейчас молитва еще заходит отличненько на грифчиков. Тянок, которые маны насосали, мы убили. Грифом хватило домашки, я не думал, что хватит. Потому что я еще думал, что там BDP. Что вообще пока все неплохо. Сейчас грифы под полным скором будут летать. Я так и не посмотрел, опять же, там, что там по тьме вообще. На. Карик надо куда-то закинуть. Новый. Можно на себя. Можно вот на рыцаря. Но на рыцаря там пойдет капкану. Это может молитва прокнуть. Давайте на рыцаря. Без бана этим. Вот халявщик. Это сила. А чё это грифы под ускором под этой молитвой никого не обгоняют? Без моральки. Вот эти сейчас тоже стоять не будут на месте. Вот эти, в принципе, должны умирать. Ну, кстати, ревнителями можно и ваджаков начать шинковать. Такие колхозники туда-сюда, идрить. Нужно колхозникам впиться, вон ревнителям впиться. Нормально же вообще. Да? А этим туда побежать. Ну давай, чё? Этим туда побежать, этим туда еще и полететь. Давай.
Киса здесь будет благо. Да фейс бич. Все, ничего не знаю, месим в аджаков. О, колхозник, не зря единичку удачи качал. Все, в аджаков упили ядры. Работа над ошибками над прошлой карточкой проделана. Шпуник. Ну, в аджаков еще не убили, 20 это прилично. У него бойцы это... Ух, нихера себе. Бойцы у него специальности все-таки, они злые. Блин, что-то я такого хода не предвидел. Подмога на ваджаке, все, сейчас ангелы отъедут. Грифы сейчас тоже от бойцов, наверное, отъедут. Хотя ему надо сейчас блочить стрелков. Будет бить вот так вот архангел, блочить стрелков. Ваджаками, а бойцами побежит до грифов. Но войск в этот раз у меня еще пока много. А тут молитва и ускор мифовский сильно решает. Видите, у колхозников было 10 инициатив, и они пугались прошлый. А это он под ускором, под молитвой 12. Вообще дичь. Очень удачно здесь грифы вот эту тянку убили полностью, там прям подфартило, там урона не так много, там прям максималочка выпала. Сейчас, короче, колхозниками и ревнителями фокусим бойцов. Наверное. Потому что урона ваджаков вряд ли хватит убить. Только если ух, как колхозников двойной прокнет. Но он так вот, нихера себе, он не ударил грифов. Вот он дает. Ну, полетели грифами тогда на тян, потому что тян противный стек. Его в рукопашку неприятно бить. Этими вот так, ну просто. Этими вот так. Да, можно добить. Хотя там еще вон рыцарь. Тики-дым. Здесь те, которые уже под неудачей добили это. Здесь, короче, добили. Тики-дым. Ойл. Тян не нужны. Ну и вроде бы победка. Демотивирующий берсы накинуть.
механизм там недолго сильно лежит. Он там лежит четверть хода, блин, или сколько это вафля. Дайте посмотреть, что написал-то. Человек, не дают. Наверное, он написал спасибо за игры. Всего хорошего. Такая вот серая карточек против Декстервара. Картофель проходит по сетке Венеров в суперфинал, в гранд-финал, и дрыть которым ему предстоится встретиться с победителем пары теперь Декстервар Водолаза. Это будет финал лузеров. Финал лузеров, соответственно, Декстервар Водолаза теперь они играют. И с кем-то из них я махаюсь в суперфинале, собственно, уже как минимум второе место на весеннем вафлическом турнире 2016. Что у нас там? Вообще время вспомнить, что за партии были. Особенно первую и вторую. А я вот что-то в упор не помню вообще, что там было. А там был маг, первый был маг. Тут был демон. Я вот там чпунь-чпунь гремлинами вообще на скиллухе. Что за демон был, по-моему, джиза была. Да? Будет еще что-то? Да будет. Только чуть попозже, наверное, там одно дело небольшое сделать. Второй матч был. Демон на лигу. Что у нас там было? Вообще не помню. Во, Гролл был, вспомнил. Этого черного. Там, по-моему, Шадия была, да? Потом сегодняшние каточки. Что-то там Некролига. Что у него Илая, что ли, была? Я что-то не помню. У нас был Зёльтан. Два раза орка-варвары, рыцари-варвары. Чё, против Некроэлая, что ли, было, или кто-то другой, что вот прям вообще в упор не помню. Склероз, понимаешь. Других бы я запомнил, наверное. Он был Бестянок, я не думаю, что было Иранна. Ирбит нет, Кифра вроде бы нет.
С черными волосами. Хорошо. Хорошее объяснение. Но BDP там защиты не было, так что точно не Шади. Да по-моему, Элайя. Вот, Деменг шарит. Не дефолтная моделька, да, значит, Элайя. Ну, харе вакханалию стримить картофель. Чё-то жрать захотелось. Мне даже, наверное, поесть не успею. Давайте вот так. А что у нас там? Ну, я не знаю. Ну, ладно, я сам проверю. Хотел спросить, Твич и Ютубчик работают? Но Ютубчик сегодня вообще нет на телеге.